Сегодня мы просмотрим не одну из разновидностей гиперлупа. Замедленно и в теории он выглядит следующим образом. Когда мы делаем гиперлуп, и летят навстречу друг другу, в момент, когда они перекрещиваются, мы тянем на себя их, один пой летит внутрь, другой немножечко наружу. Они пролетают еще полоборота и вылетают этот снизу, а этот сверху. Все. Значит, тренируем его, пока он не будет получаться.